проводить больше времени с дочкой. Я? И что мне с ней делать? Пап? Да? Нет, ничего. Споки. Любишь пиццу? Не бойся, это Деклин. Кого-то ждут большие проблемы. Бабушка, ей это нужно. Думаешь, я не хочу ее чем-нибудь порадовать? Да, это я. Послушай. Да, все верно. Пропал мой лучший боец. Да, он не мог далеко убежать. Эй, девочка! Я знаю, это не твой пес. Пожалуйста, давай поможем Дюку. Судьба не случайно послала нам Дюка, мы о нем позаботимся. Обещаю. Тебе? Маскировка. Классный стиль.